признавать в своих ошибках очень неприятно, очень неохотно, вообще стрёмно. Мне совсем не нравится основание, на котором все это стоит. Даже без кондуктора она получилась. Ну, я ожидал худшего, в общем. Ну, потому что я была занята, советы тебе давала всякие. Дураков работа любит. Ну вот такая я сегодня, красавица народная, река ты полноводная. Пойду щебенки потаскаю. О, сколько водички. О, сколько у меня тут земли. Надо ее перетаскать на грядки. Вот так вот. Ну вот так вот проходит наше 9 мая сегодня. Начался парад, 10 часов утра. Какая колонка мощная, я даже не ожидала, что такая малышка, а такой звук. Всех с Днем Победы. В этом году как никогда. Ну все, Шойгу поехал, наверное. Прямо сегодня очень холодно. Прям вот холодно-холодно. 7 градусов с утра было. Посадками, видимо, будем заниматься уже в следующие выходные, когда потеплеет. Закончились, дай мне гвоздики. А, вон, дай тебе? Да, да, я говорю, дай мне гвоздики. Дать тебе? Нет, не надо мне давать гвоздики. Не хватит нам гвоздиков-то. Придется зеленые брать, не хотелось. А остальные напро. Во! Мне предлагают на плечо к тебе запрыгнуть. Ну, на плечо, ладно. Ты же на шее все равно сидишь, какая разница. Ха-ха-ха. Я самостоятельная личность. Я сижу на... Личная, самостоятельная. О, Господи. О, дождик начинается. Дождик начинается. Дождик начинается. Так, с той стороны, там и вот здесь. Там снег идет. Что, за меня страшно? Не очкуй! Я сам очкую! И все-таки, вот, конечно, они правильно называют 3485, но всегда говорилось Т-34, коротко, да, как бы символ, да, такой. И вот сейчас они начали уточнять Т-34-85. Ну, это правильно, да, он так и называется, но вот... Как-то потерялся какой-то, мне кажется, символизм Т-34. Да, вот как. Катюша же тоже по-другому называется, если полное название. Но мы-то называем Катюша. Катя, Катя, Катерина, ты пуховая перина. Та-ра-та-ра-та-ра. Та-ра-та-ра-та-ра. Вот здесь, да, еще ты засыпешь кусочек? Вот так вот. Вот тут у нас место еще мокрое, влажное. Потом сюда нужно проход сделать. Надо будет еще желоба покупать, чтобы отсюда тоже воду собирать. Как-никак. 20 квадратных метров. По сути, вот как зимник. Мы не можем победить Америку, да? Поэтому эта война, она будет постоянно. В той или иной степени напряженности, да? То есть мы должны рождаться, жить и умирать. Находясь в этой войне, снять розовые очки вот эти все, именно жить так, воспитывать детей так. Вот эта вот постоянная борьба, наверное, она нужна, чтобы мы, наверное, оставались людьми, чтобы мы не разлагались как... Ладно, что-то меня философию потянуло, давай. Так, полез я. Вот как вот удар так рассчитать, чтобы он вот так вот четко вошел в эту волну, но не задавил его. Чуть-чуть гвоздей не хватит.
жалко так. Такого цвета я вчера не нашел грязней. Идет снег. Вот такой вот у нас пошел град 9 мая. Как это без тебя? Я мысленно чувствую, что ты меня держишь. Когда на тебя лестница повалится, ты знаешь, что делать? Убегать, чего держать. Или ты хочешь сказать, что ты удержишь меня и лестницу? Ты придерживаешь, а не держишь. Так, точно я ничего не пропустил? Блин, 2,5 зрения минус. Там есть, с краю есть. Все. Поздравляю вас, девушка. Кровля вашей, так сказать, суперкухни готова. Главное, теперь готовить вкусно. Дошираки. Ты же говорил, что я и так вкусно готовлю. Ну, теперь-то надо будет еще вкуснее. Но для этого мне нужны еще всякие полочки, шкафчики, столики. Не-не, хорош, доширака хватит, все, да. Вдруг обнаружила вот такой вот потайной ход в углу. Заходите, гости дорогие, пожалуйста, берите, что хотите, ешьте, у нас тут еды полно ведь. Но Слава вроде как сказал, что это просто дырочка, а не то, что кто-то к нам сюда пробрался. Что-то меня берут сомнения. Судя по утеплению, которое здесь почему-то валяется, как это может быть просто дырочка? Турники, мурники. Надо это, высоту прикинуть просто. Не, у-то-у, прикинуть-то тебе надо. Как тебе вот такая высота? Не вешайся только, не вешайся. Мне нормально, но почти. Ну все тогда. Время идет, а я тут турниками занимаюсь. Такая вот у нас чудесная летняя кухня получается. Слава там сделал диагональные направляющие, доваривает что-то. Интересно, почему он сделал там вот эти соединения в одной точке. Пойду попристаю. А можно вопрос? А почему вот у тебя вот та и вот эта диагональ как бы в разных углах, а вот эти две диагонали, они в одном углу встречаются? Я выбрал-то. Но это для красоты или это нет, какая-то функция нет, есть для этого? Нет, просто по-хорошему, если делать. Они должны сводиться в один угол здесь. Должна быть стойка. Заварить. И здесь также вот отсюда сюда, вот отсюда туда. И тогда это будет, ну, жесткая конструкция. И желательно, чтобы это все было под 45 градусов. Я сделал просто допустимое что-то. Он же ходил туда-сюда, шатался. Угу. А сейчас он вообще как бы очень мало шатается. Жесткость уже какая-то есть. А она нужна? Он же и без этого ведь бы не развалился. Ну, не хотелось бы просто, понимаешь, чтобы он это, ну, качало его сильно. Да, он бы не развалился. Я сделал только в этой вот как бы, половине, а там я их не делал жестко. Там будет как было, там вот она качается посильнее. Ну, хотя бы это не качается. Зачем мне второй раз гнуть, если я могу сделать вот так. Вот так приварить. И все. И не надо второй раз гнуть. У меня мозгов нет ни хрена. Вот как хорошо, приятно слышать, что ты так про себя говоришь. Это я себе говорю, про себя говорю. Да? Для всех остальных я самый умный красавчик, понятно? Это я могу себе говорить, что я дурак. А то смотри, приятно стало. Это, а у нас... Иди с дороги. Видишь вот эти вот штучки? Вот эти две. С одной стороны и с другой стороны. Вот это вот. Как они называются, как ты думаешь? Зажимы. Ну, тиски можно вообще зажимом назвать. А конкретно вот это. Губки они называются. Губки? Да, насколько я помню. Может, ошибаюсь. Смешно. Видишь, так, губами зажимаем металл. Такой витрина поднялся. Вообще, трындец какой-то. Смотри, да?
Даже у нас вон там лестницу, грабли упали. Ой, как все летает. Ой-ой-ой-ой, как страшно. О, смотрите. 9 мая 2022 год. На улице град со снегом. Нет, что-то так холодно сегодня, прямо трындец какой-то. О, а никого и нет. А, слона-то и не заметила. О, пошел, пошел. Может, наденешь камеру? Ты что, не снимаешь, что ли? Если взлетит с твоей-то стороны, эффектнее будет. С твоей стороны будет просто и все. Ничего не будет понятно. Подойди сюда. Я боюсь подходить туда. Так тогда отойди вообще на 100 километров. Он взорвется, тебя вообще унесет. Давай быстрее. Чувствуешь, воняет? Ну, есть, да, немножко. А зачем тебе он понадобился-то сейчас? Ты хотела печку под этот. Ну, так ты же еще кухню не сделал. А при чем здесь кухня, я не сделал? И в него еще воду набирать. Мне до хрена еще что делать надо. Я первый раз вообще скрываю баллон. Я первый раз с ним буду работать. Ну, ты YouTube-то посмотрел, как это делать? Там много чего. Один это отодвинул баллон подальше. Что-то вроде как бензинчику что-то подлил туда, под этот. Угу. И с какой-то этой, ну, чуть-чуть засады, короче, факел какой-то кидал туда. И чтобы он это, ну сгорело там все. Да? Другие даже вот такие есть. А мы как будем делать? Мы воду просто наберем. Мне вообще сегодня по плану было грядками заняться, но, блин, такая погода, что придется заняться клумбами. Я ее даже воткнуть не могу. Главное, чтобы не это. Такое ощущение, что лопата сломается скоро. Вот так вот. Сейчас там хоба-хоба и что-нибудь. Клад. Сомнительный, конечно, дизайн получается. А приложи второй наоборот. Ну, впуклой стороной сюда. А вот так можно сделать? Одна такая, другая такая. Ничего нельзя сделать. Ну, дизайн же. Правильно. Хотите куда-то делать. Ну, вот такая вот у меня дизайнерская практически клумба. Вот там вот у нас дизайнерская летняя кухня. Она выглядит немножко похоже на загончик. Ну, какая хозяйка такая и кухня. Все правильно. Но зато с этой стороны вот она прикольнее. Какая красота. Да? Ну что, как идет процесс? Это дело для того, когда Пуся моя напьется в стельку. О, боже, чтобы ну она, слава. Чтобы она не вываливалась за пределы кухни. Ну, тогда надо дырки сделать поменьше. Почему? Что, вывалишь? Ну, конечно. Ах ты, смотри. Думала, вывалишься, так повиснешь, так и будешь висеть. Очень смешно. Лучше похвастай вон своими этими. Чем? Приспособлениями. А, помощниками? Мне вообще кайф. Я не ожидал, что я могу испытывать такое удовольствие. Вот. Речь идет вот про эти штуки. Да, как их называют? Кондукторы, наверное, называют. Или еще как-то называют. Слава их сам сделал. Я знал, что такие есть. И просто решил что-то изобразить. И вот как бы так получилось. Кстати, это радость моя. Их надо покрасить в красный цвет. Чтобы... Сейчас красить? Сейчас красить. Не сейчас. Вообще было бы неплохо какой-нибудь зажим. Знаешь, так раз... Что-то хоп и зажал. Вот надо, короче, вот это подумать, чтобы зажим был. Какой-то эксцентрик, наверное. Какая-то ось. И вот как раз его, и вот как хоп. Но есть фишка в зажиме, то есть он будет подходить под отдельный. Тут видишь, у меня как бы длинная шпилька, ну болт.
И он, в принципе, вот это какой у меня, я не помню, 40-й, 50-й, 50-й вроде. Вот, он и на 40-й залезет. А когда у тебя просто зажим, то он только под один размер. Вообще, ты понимаешь, что я говорю, а? Конечно, ну, я просто понимаю. Ну, я ты когда сказал про зажим, я сразу подумала о том, что он будет под один размер. Еще хотела тебе сказать, но не успела, ты меня опередил. Я тут как в загоне. Вот если бы ты сделал помельче, этого не было бы впечатления, загона. Так это, вот так это загон, такое ощущение, что это загон для лошади. А если помельче сделать, то это будет ощущение, как будто это загон для баранов. Выбирай, что лучше, бараны или лошадь. По диагонали бы сделал. Какой диагональ? Ну вот так вот, в наклон бы сделал, чтобы было красивенько. И не загон тогда был бы. Я сейчас тут буду там наклоны делать, там это. Дом надо строить. Я и так это вот из своей кухни там просто вот решил. Ты же тренируешься здесь, на ней. Я набиваешь руку. Нет, ты не на чем тебе было еще особо тренироваться. Вот у меня валенки все в грязи. Вот это вот ужасно просто. Чего они у тебя в грязи? Ну, потому что там каш-мяш один сплошной. Ну, вообще, я тебя хочу поругать. Вот. Ну, естественно, ты меня хочешь всегда поругать. Я подобно очень редко хочу тебя поругать. А что тогда очень часто ругаешь? Я вообще тебя не ругаю. Просто если ты говоришь про какую-то эстетику там и так далее, тогда надо было ограждения все одинаковые делать. Это просто штрих. О, смотри, прям вообще. Я уже в этом году как бы морально знаю, что такое копать здесь эту глину. И как-то уже психологически полегче. Психологически-то, может, и полегче, но физически как бы все так же тяжело. О, какой-то камень. Ха! Что это там? Ну-ка, давай посмотрим. Слав, тут что-то твердое в земле. Ну, камень, я-то уж обрадовалась. Думала, наконец-то клад. Ой, господи, тяжело-то как. Ой, еще корни какие. Корни. Ай, зато червяков много. Ой, вторую половину сейчас еще надо. Мой загон для лошадей. Дизайн-задумка. Как точно. Ну вот, сломала. Но это лучше, чем в прошлом году. Совсем ничего. Хоть какой-то периметр будет. Какая Наташа молодец. Той стороной. Ну что, мне можно погордиться собой? Ну, вот эти вот, конечно, три штуки надо было делать на ту сторону, чтобы с этой стороны было красивенько. Вот если бы мне Слава так сделал, я бы стала ему выговаривать. А сама же так и сделала. Жара. Сама же не подумала. Конечно, по плану было две грядки, но из-за непогоды получилась только одна. На вторую я уже не способна сегодня. Ну, давай заценим мою грядку-то вообще. Вообще шедевральнейший. Пол страны накормим. Там будет и помидоры, и огурцы, и горох. И... Нет, там будут перец, только... Там будут перцы и огурцы. Там, эти, как их там... Там петрушка, зелень, арбузы, там дыни, там вообще... Издевается еще. Что так нам подумал, серьезно так? Нет?
Ну я-то не хотела ведь сажать. Все ведь из-за тебя. Правильно, агрохолдинг надо поддерживать. Ну вот я бы вот в горшочке посадила зелень здесь и все. Ты уже большая, ты выросла из горшочков. Даешь стране пятилетку за 3 года. Вот, собственно, 4 дня у нас выходных прошли в усадьбе. И обратную дорогу мы решили посвятить тоже одному очень важному делу. Съездить, посмотреть в ближайший фитнес-центр, как там все организовано, чтобы мы могли, например, переехать уже... Заниматься спортом. Нет, чтобы мы могли переехать уже в усадьбу вот прямо ближайшее-ближайшее лето, а туда ездить мыться. Не, ну на самом деле, конечно же, заниматься спортом, ну, безусловно, ну и мыться. Там есть бассейн, да, там надо посмотреть, тут куча, можно много чего рассказывать. Да. Место. Лучше рассказывать не всегда хорошо, лучше емко, но коротко. В общем, фитнесы рядом есть. Есть. Но вот этот, он с бассейном, он большой. Судя по стоимости, должен быть неплохим. 2 абонемента на год стоят в районе 70 тысяч. Это 100 рублей в день. Вот рядом, это он практически единственный. Большой. Вот рядом у нас это 17 минут на автомобиле ехать. А что 4 дня? Как вот, например, расскажи, как вот прошли 4 дня? Я уже привык, я не хотел уезжать уже оттуда вот эти 4 дня. Я бы сегодня не поехал. Сегодня бы точно не поехал, если бы не Ерема. Бедолага уже сидит там. Он, конечно, там у него и корм, и вода, как и все есть, но он уже 4 дня один как сыч. Это плохо. Поэтому как-то начинаешь привыкать, и потом опять в квартиру. Вот мне реально не хочется возвращаться в квартиру. Это вот духотищу вот эту. Мне тоже не хочется. А врешь ты все. Меня волнует очень наш котик тоже. Мы его так надолго еще не бросали. Ну все, мы сейчас уже сворачиваем. Остальное расскажем позже. А чего тебе? Рос, дор, строй, халтур, косяк, монтаж. Ай-яй-яй-яй-яй, по пальцу. Как бы прикрыть-то его? Попу, популю прикрыть. Ты у меня спросил? Я говорю, что мне надо помельче. Если ты делаешь для себя кухню, тогда не спрашивай. А если ты для меня делаешь, тогда мне надо помельче. Так, нигде не пропустим. А то крыша наша еще улетит куда-нибудь. Приедем, а она у соседей. Да, было бы неплохо прикупить те 2 участочка. С чем? Чтобы у нас была усадебная усадьба. Садбище, что ли? Да, вот мы бы развернулись.